start one by one, show you our samples what we have here, and after I just give you some information on the performance of each weapon what we have here. So, уважаемые коллеги, пистолет Геша-18. So, gentlemen, 18, да? 18. Геша-18 пистол. Данный пистолет уникален по своим характеристикам, он имеет вес не более 600 грамм. So, weight up 600 грамм. Обеспечивается 18 патронами в магазине. In the magazine you can, in the cartridge you can have 18 bullets. 9 millimeters. Just a second. Да. Еще раз скажите. Да. 9 на 19. Yeah. Патроны you're right. 9 на 19. 9 by 19 millimeters. Данный пистолет готов к использованию любых видов патронов на номенклатуре 9 на 19. So any 919 millimeters bullets you can use here. Любого производителя. Мы часто сталкиваемся с тем, что производитель оружия говорит, что наш пистолет, наша винтовка стреляет только таким патроном. Этот пистолет эффективно стреляет всеми боеприпасами, если они произведены понятно нормальным производителем. So every ammunition, every bullets what you can produce in different companies, they can use bullets in here. So no problem there. Кроме прочего, для этого пистолета и для пистолета-пулемета, про который я расскажу дальше, нами разработаны специальные бронебойные боеприпасы, которые превосходят все известные боеприпасы в мире по бронепробитию. So, except this, next will be semi-pistol, semi-pistol automatic, okay? So, there you can find bullets, it's a penetration bullet. Этот пистолет по технологиям очень высок. Создавал его великий конструктор Грязев. So Грязев is a constructor of this pistol. Здесь реализованы технологии, которые применяются в производстве авиационных пушек. So those techniques and materials and put inside here in this pistol. Пистолет, пулемет ПП-2000. So 2000 ПП, it's a machine, semi. Особенность этого пистолета, пулемета является, что он весит килограмм 300. So 1 kg, 300 грамм. It's up to this weight. Обеспечивается двумя видами магазинов, 120 и 44 патрона. So we have two options of the cartridge. Еще раз. 20 и 44. 20 bullets and 44. Приклад. Все управляется одной рукой. So you can use only one hand to use this shoulder cover. Все снимается. And you can remove everything using only one hand. Данный пистолет-пулемет удобен во всех отношениях для всех, кому важны малые габариты и возможность вести огонь одной рукой. So is this kind of weapon is very unique when you just use the size, you need the size, and you need only one hand. Один из значимых примеров, если оператор данного оружия оказывается в стесненных условиях, ранен, травмирован. For example, the man, yes, this soldier or someone, just imagine, he is just shooting and he's running. He can use only one hand to charge them, and you don't need another hand. So from the you can use from the right hand or left hand, and the charging, yeah, you can use from the left side and the right side. Если вы оказались в условиях, когда вы выбирали заранее приклад, то вы можете использовать магазин в качестве приклада для того, чтобы вести огонь из данного оружия. And for example, if you know it's different conditions what they have in the war, yeah, and some combat conflict. So if you need this buckle, you can just put it inside and just again use it. Just like данным this. Оружием у нас вооружены спецслужбы. So this weapon we just right now using in the special services. И также используют летчики на военно-воздушных силах. And of course we just use the pilots of our yes, servicemen. Значит, здесь представлены следующие виды оружия, я их быстро пройду. Значит, это револьверного типа оружия. So this weapon just like a revolver type. Weapon. Это оружие, которое у нас обозначено как гражданские. So this weapon is civilian weapon. Образцы, но это не civilian sample. Это не означает, что это оружие имеет недостаточное качество либо недостаточную надежность. But it's not mean that you can use it in military sphere.
Это оружие полностью проходит все весь цикл испытаний и готово применение в любых условиях. So this weapon right now just go around whole quality and quantity what we need, and you can use it everywhere right now. Различие между двумя вот этими экспонатами в том, что здесь калибр 12,7 на 55. So two difference between these samples. It's a caliber here is 12.75. Здесь 9.39. Here 9.39. 9.39. А вот здесь 12.7. 12.755. 55. 55, да. 55, да. Длина гильзы. And the length of cartridge case. Это как пулеметы используют 51. Yes, very strong rifle, very, very. Значит, дальше. Ружье штурмовое. Yes, assault. Yes. Когда вы попробуете это ружье, посмотрите, как оно ложится в руку и сколько оно весит, вы будете серьезно удивлены. When you have a chance to take this gun, okay, you will be surprised concerning his weight and they're comfortable. В этом ружье в магазине помещается 7 патронов. Inside this weapon you can use 7 bullets. Калибра 12. Caliber is 12. Соответственно, мы понимаем, что для штурмовых прицеливаться не нужно, зашел в объект и ведешь огонь. So for example, what you use in the assault squads, okay, you just not need to where is the target, just put inside directly and just go and fire. Поэтому оружие такого типа позволяет очень эффективно действовать в ограниченных пространствах. So when you have conditions where you have small size rooms everywhere, this weapon is very best. Боевая компоновка этого оружия, как вы видите, ствол находится внизу, магазин сверху. So you see the barrel located in the downside, okay, and the nothing is up. Такая компоновка не реализована нигде, благодаря этой компоновке подброс оружия для этого калибра минимальный. So that's why this component using here it's unique. That's why it's very interesting when you just the cartridge case go up, it's very go down. Okay, next. Винтовка с известной для вас историей. Внутреннее устройство данного оружия аналогично винтовке с СВД, снайперской винтовки Драгунова. So this rifle, you know, it's we inside we just have the rifle Dragunov rifle, SVD. Однако здесь вы видите компоновку Bullpup. Bullpup? Bullpup. Bullpup is his hand duke handler. Что позволяет использовать данное оружие в штурмовых подгруппах? So you can use it in assault squads. This weapon. А также в условиях нахождения в транспорте, когда объем имеет значение. And of course, when just located in the close conditions, the transport, where you just need the volume, all this you need it. Кроме прочего, в отличие от винтовки Драгунова, эта винтовка выполнена не методом штамповки, а это фрезерованная основа оружия. Фрезерованная? Фрезерованная, сложно сказать, да? Ну, тоже сложно. Ну, выполнена с особой точностью. Okay. And this rifle here just used very good quality to make and produce this rifle. Здесь установлен ствол нашего производства с очень хорошими кучерявыми характеристиками. And here the barrel just use our own barrel, and when just shooting, yes, you have a great chances to, a lot of bullets will go inside one moment. В условиях противодействия терроризму, в условиях реальных боевых действий, эта винтовка очень востребована. In the combat conditions, in anti-terroristic actions, it's a very good option to use this weapon. Как название? Что это? Название? MC-571. 571 MC, this rifle. And caliber? 71. 72x54. So is it EDMR? Say again? EDMR. EDMR. Короче, это новая версия, получается, Драгунова. Это переработанная винтовка Драгунова под штурмовые действия. So they take a sniper rifle of Dragunov, yes, just put inside in inner, but you just now use it in assault squads. И винтовка Драгунова это все-таки массовый продукт, а это штучная, очень точная, очень надежная винтовка. And Dragunov sniper rifle, you know, it's a lot of people using in the war, but this you can, I can give you some samples right now.
данного штурмового автомата, группа блокирования и поражение противника одной пулей. So again, that's blocking the enemy, yes, and just use only one bullet to hit the enemy. It's his main target here. Очень мощное оружие, предназначенное именно для полицейских целей и для целей противостояния террористическим группам. So it using in against counter-terroristic actions, okay, and we use this weapon used in police groups, okay? Винтовка МЦ-566. Rifle M566 МЦ. 566. 566. Здесь в этой винтовке реализованы все лучшие решения по созданию самозарядного самозарядной винтовки. So here we have a great decision that this self contained rifle. Это без всякого преувеличения лучшая винтовка в мире. And I can do right now say and proudly say it is the best rifle in the world right now. Значит, она комплектуется двумя видами магазинов на 10 и на 20 патронов. So here we have two cartridges to 10 and 20 bullets. So here we have a flexible stock. И, соответственно, данная винтовка имеет уникальные точностно-пучностные характеристики. На 100 метров она дает группу меньше 1 сантиметра из 5 выстрелов. And here we just accuracy firing, okay? And какая разница, 10 сантиметров? 1 сантиметр. 1 сантиметр, it can be. Эта винтовка сейчас активно работает в условиях боевых действий и имеет высокую боевую эффективность. So this rifle right now have a great experience right now. It's working in combat conditions. Combat, you know what I mean, yes? That's why we know what is it. Используя эту винтовку, оператор может участвовать в штурмовых действиях. So we can use in assault conditions right now. Second. Также применяться как снайпер, если это требуется. If you need work, this rifle working like a sniper rifle, no problem. You can use it. So two options, assault and sniper rifle. Дальше линейка снайперских винтовок. Next line of weapons sniper rifles. Все они высокого качества. На каждой винтовке отдельно я останавливаться не буду, кроме вот этой. They all have high quality standards, but I want to stop in this rifle. Самый распространенный патроне 7.62 на 54. 7.62 by 0.64 the boot. И также имеет высокую боевую эффективность, применяется сейчас прям против противника с очень хорошим результатом. And right now this rifle using in combat actions and its experience is great and we're using it right now. Линейка этих винтовок, она примерно схожа, то есть эта винтовка такая же, только в компоновке орех. And the performances same like the first rifle.